Так, сейчас идем на пляж. Вот показываю маршрут до пляжа, как мы ходим. Ну, в принципе, тут есть несколько маршрутов. Мы сегодня пошли вот по этому. Снимаю на GoPro камеру. Сейчас утро, 9 утра. Позавтракали. Вот идем купаться на море. Уже жарко очень. Вообще в Египте жара, конечно, очень сильная. Не пройдем там, да? Ну давай тогда. Там сцена, да, на которой проходят всякие мероприятия, детская анимация. Вот. Вот там маяк. Он там находится. Вот сцена. Там бассейн. А? Да ладно, что страшно. Тут пройдем. В принципе, сейчас вот отдыхаем. Все отлично. Все хорошо. Единственный такой небольшой минус. Здесь лимитирован интернет. То есть вот дается каждому человеку лимит. 140 мегабайт, а что свыше уже платно. Правда, не знаю, сколько стоит. Ну, скорость такая хватает. Почту открывать, там странички посмотреть в интернете, новости почитать. Ну вот сколько мы вчера я посидел маленько, там где-то 8 мегабайт, наверное, потратил. Вот. А так все отлично. Еда вкусная, все. Море вообще великолепное. Просто вода чистая, кораллы, рыбки. Утра водичка такая. Вот сегодня ходили в 5 утра купаться, вода более-менее прохладненькая была, а днем вообще, конечно, как парное молоко, особенно к вечеру. Вот сегодня тихо, вчера ветерок был и позавчера. Вот такое море. Вот сейчас мы спускаемся. Показываю полностью, как пройти из отеля к пляжу. Полностью дорога. Вот 3 года назад, когда мы приезжали, здесь вот на этой вот стене была выложена надпись Fanara Club. Ну вот, говорят, были дожди недавно. Ну, недавно, может быть, год назад где-то. И все размыло, вот эту всю стену делали заново. А дожди в Египте очень редко бывают. Раз в год, может, даже, может быть, даже реже. Ну, вот здесь такой бар. На пляже вот сейчас мы как раз идем в направлении его. Лежаки бесплатно, то есть все нормально здесь. Платишь полностью стоимость поездки, все, все включено. То есть отель 4 звезды Fanara Club. Ну, кроме там мини-бара. Мини-бар платный. Напитки, пиво, ром, коктейли, все бесплатно. Местные, которые напитки. Который там в бутылках уже, если хочешь приобрести, это уже за деньги отдельно. Вот такой бар, он пока закрыт. Хотя 9. Ну, видимо, еще не подошел. Вот здесь охранник сидит, следит, чтобы ночью тут никто не лазил. Потому что ночью все-таки тут не разрешают купаться. Могут всякие хищные рыбы подплыть. Так рыб очень много, все различных. Тоже видео отдельное будет, где покажу все подводный мир. Тоже снимаю GoPro именно. Вот такие же лежачки здесь. Навесики, чтобы не сгореть. Много очень иностранцев, итальянцы. Немцы, в общем, отовсюду приезжает народ, французы. Ну вот все, мы на берегу, сейчас пойдем купаться.